Приветствую, друзья! Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется Удлгопс. И управляем мы существами, которые, ну, видимо, являются как раз вот этими вот удлгопсами. И я тут немножко уже поиграл, понял только лишь, что игра, мягко говоря, странная. И задача здесь состоит в том, чтобы... Хотя, вы знаете, я, наверное, начну... Вот даже не знаю. Давайте я, наверное, начну с самого начала. Они такие коротенькие. То есть, вот, вводная часть. Мьютьюб. Котик играет. Все чудесно и умилительно. Так, котики. Ну, как известно, интернет для котиков. Так, вот этому парню, очевидно, не нравится, который посередине почему-то. Он очень странный человек. И, вероятно, он создаст вот эти... Я, честно говоря, не смотрел. Серьезно. Так, кодинг. А, он создает удлгоп вирус. Короче, и мы должны будем уничтожить при помощи этого удлгоп вируса весь Мьютьюб. Ну, все, в общем-то, понятно. Вот он, удлгоп. Управление простейшее вообще. Вот тут какой-то улей. И тут, тут нужно на самом деле на этих штуках аккуратно, потому что иначе мы просто-напросто здесь-то и помрем. И вот тут начинается самая психоделика. Он поедает вот этих кибернетических котов, и таким образом удлгоп вирус размножается. И мы уже управляем всей вот этой отарой, причем на самом деле не совсем понятно в каждый момент времени, кем конкретно мы управляем. Так, вот их сейчас целая куча, они тут даже автоматически перемещаются и состраивают вот такую вот башню. Потом раз мы доходим до такого вот постаментика, и они все на него автоматически телепортируются. Сейчас я подпрыгну. И задача просто стоит в том, чтобы, ну, по крайней мере, в первых уровнях, дойти вот до вот этого вот громадного кота и пожрать его. Следующий левел. Я буду пытаться уводить курсор, но чаще всего буду, конечно, забывать об этом. Так, о, тут можно подпрыгивать. Давай, давай, братюня. Давай, вот, прыжочек, отлично. Следующий. Самоубийственное самопожертвование. Так. Распрыжечка. Отлично. Не, на самом деле, мне нравится эта игра как раз своей вот этой вот безбашенностью. Ну, естественно, поскольку это просто-напросто бесплатная флешка, то вы возьмете и найдете ссылку на нее прямо в описании к данному видеоролику. Так, сейчас надо как-то мне... Вот, все, дошел до улья. Это такой чекпоинт, не чекпоинт, но, в общем, он нас так или иначе восстанавливает. Сюда, давай, Ну что вы? Во, другое дело. Перепрыгнули, здесь состраиваем пирамидку, так оп, туда, побольше сразу народу. И тут многоуровневая распрыжечка, все переходим. Несколько жертв ради общего блага. И снова вот она. Причем вот сейчас я прям четко, как бы, вроде как с одной стороны ожидаешь, что управляешь кем-то одним, на самом деле по факту управляешь всеми одновременно. И это вызывает некоторый диссонанс вообще в понимании происходящего. Так, вот он, третий уровень пошел. А, стоп, так. На что это ты намекаешь? Вот мне где-то здесь нужно простроить пирамиду. А, все, я понял. Вот они так раз, раз, удолгобы. Главное, хотя бы один, чтобы... Так, ребят, давайте хотя бы одного кого-нибудь, ну... Сейчас. О, все. Парочка прошла, сейчас они все сюда телепортируются, и мы всей ватагой... А, стоп. Хотя бы часть нужно спасти. Так, вот улей он у нас восстановил. А что там сверху такое? А, все, я понял. Теперь мне нужно каким-то образом вот туда поп... Тихо. Все, я понял. Туда, спокойно. Оп. Вот оно в чем дело. Так, теперь всех сюда. Кота поели. Вверх, оп. И снова вверх. Отлично, телепортатор.
или материализатор, не знаю, в общем, неважно что. О, а тут, видимо, придется громадную выстроить пирамиду. И как бы мне это сделать? Окей. Попытаемся это сделать здесь. Черт, если я сейчас... Ну да. Давайте, ребята, выстраивайтесь. Мне кажется, я что-то делаю не так. Давайте попробуем вот у этой стеночки сейчас всех выстроить. Так, вот. Ух ты, ничего себе. Жесть, надо, чтобы кто-нибудь хотя бы до кнопки. Отлично, так, теперь все сюда, ребятки. Кушаем котиков. Так, а как я? А если я хочу больше котиков съесть, вот тех, например, скушать, что мне делать? Как мне быть? Я хочу бонусных котиков съесть. Нет. Ладно, не будем зацикливаться на бонусных котиках. Лучше просто пойдем вперед. Куча самоубийств. Главное, чтобы кто-нибудь на самом деле один дошел. Так. Окей. Судя по всему, у меня кто-нибудь один и дойдет в лучшем случае. Давайте, ребят, так, я сейчас сосредоточусь на ком-нибудь. Вот так, так, сюда. Теперь сюда. Сколько же вас здесь? Окей, а почему у меня... почему-то у меня сейчас камера все равно фокусируется на каких-то центральных из них. Во-во-во-во. А, так там трупы одни. А, окей. Вверх. Сюда, 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 сюда. Пошел, пошел, родимый. За зелененького сейчас играем. Ой, там кто-то еще помер. Блин. Да что ж такое-то? Я что-то уже начинаю сомневаться в жизнеспособности-то своей. Так, ну ладно, зеленый уже отработанный товар. Вверх, сюда. О, у меня хорошее предчувствие. Синий дойдет. Есть. Маловато, конечно. Так, сюда, сюда. Нет! Черт возьми, так. Во! Фу. Окей. Нет, 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 что я делаю вообще? Сюда, сюда, синенький, сюда. До улья бы добраться. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Отлично. Целая куча сразу. Все не поместились уж. Тихо, побольше, побольше. Выживаем. Забавно. Не, главное дойти. О, все, я дошел. Может быть, я, конечно, соберу таким образом меньше очков, но, черт возьми, зато я выжил. Ну что ж, друзья мои, на самом деле, вот так и выглядит игра, которая называется, еще раз попытаюсь, Oodle Gops. Вот, геймплей мною продемонстрирован, ссылку вы найдете в описании к данному видеоролику. Спасибо вам большое за внимание и до свидания.